Если вы еще не пробовали сушеную грушу, то самое время это исправить. Сейчас я расскажу вам, как приготовить чипсы из груши. Ломтики получаются тонкими, ароматными и очень сладкими. Груши для этого рецепта не должны быть мягкими, иначе не получится нарезать их на тонкие ломтики. Идеально подойдет сорт форель. Чипсы из груши можно использовать как перекус или для украшения каш. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. Подготовьте все ингредиенты. Груши помойте, обсушите и нарежьте на тонкие ломтики, толщиной 3-4 мм. Чтобы груши не темнели, пока вы режете остальные, опустите их в воду с лимонной кислотой. Когда все груши будут нарезаны, разложите их на поддоны сушилки в один слой, сушите чипсы из груши 8-1-2 часов при температуре 50-70 градусов. Подписавшимся, больше вкусностей! Чипсы из груши готовы, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Какие продукты будут нужны? Груша, по вкусу. Лимонная кислота, 1 чайная ложка. Вода, 1,5 литра. Количество порций, 2. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Буду скучать без вас.